И мы еще раз подтвердили и утвердили этот выборный представительный орган от народа. И сегодня все, что сегодня здесь говорится, сегодня мы, конечно, очень сильно благодарим и наше правительство, и наших саамов, которые участвуют в программе по экономическому и социальному развитию коренных малочисленных народов Севера. Да, действительно, мы получаем финансирование на общины, на развитие общин. Но сегодня и стоит вопрос о том, что как доказать, что мы являемся саамами, почему мы создаем общины и почему они либо развиваются, либо, как Лена сказала, хотя бы одна община дойдет до логического конца. Нам не надо, чтобы одна доходила. Если у нас создается община, значит, они должны все доходить до логического конца. И сегодня мы об этом говорим, что если мы работаем со всеми, то мы работаем со всеми саамами. Саамы проживают на всей территории Мурманской области, а не в тех территориях, которые сегодня ограничены нашим компактным проживанием. Это Лавозерский, Ковдорский, Кольский и Терский берег. Еще раз заявляем, что саамский парламент говорит и защищает права саамов, которые проживают на Кольском полуострове. Нас поддерживает международное сообщество, нас поддерживают наши соотечественники России, которые проживают на всей территории Севера. И сегодня нам инкриминируют почти, что мы говорим и заявляем об освоении Арктики и на те территории. Да нет, ребята, мы живем на своей территории, нам хочется, чтобы нас здесь сегодня услышали и признали. И мы сегодня здесь живы и есть. И сегодня мы звоним именно в наши колокольчики и говорим, что вот он, наш звон сообщает о том, что олени бегут с колокольчиком в Азонке, и олени живы сегодня, так же, как и мы. Я вас поздравляю с международным праздником Днем Единения Саамов. Мы вместе все сила. Спасибо большое.